Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня мы на обзоре нового проекта по заработку криптомонеты Tron. Tron называется Telegram TRX. Регистрация наипростейшая, прописываем мобильный номер телефона или цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль, повтор пароля, security пароль — это для вывода. У меня прошел и тот, и тот. Здесь будет invite код, вводим буквенно-цифровую капчу вот сюда. Нажимаем зарегистрироваться. Вход по мобильному телефону и паролю. Нажимаем войти. Это инвестиционный проект. Как ни крути, мы инвестируем свои денежные средства, то есть криптомонета Tron. А все, что связано с инвестициями в интернете, всегда подвержены риску. Будьте внимательны. Здесь два вида заработка. Есть инвестиции, а есть майнинг. На инвестициях сразу нас встречают на домашней страничке инвестиционные планы. Это совсем другой вид заработка. И здесь свои процентные ставки и как бы вот первый инвестиционный план 11,5% на один день и свои тарифные планы. Я зарабатываю на майнинге. Это один вид заработка, а майнинг — это совсем другой. На майнинге депозит бессрочный, поэтому я большие суммы не вкладываю. Вкладочка — это вот трейдинг, майнинг, плюс 15% с майнинга. Вкладочка share, находится реферальная ссылочка. И кликаем, она автоматически копируется. И мой кабинет. Вычислительная мощность бонуса 10 000 TRX. Вот, и давайте сделаем депозит. Минимальный депозит на майнинг от 5 трон. Вывод приходит 5-10 минут, написано, но, как правило, он приходит быстро. И минимум 5 TRX. А инвестиции — это совсем другое. Там другие ставки, как бы все другое. Копирую адрес, перехожу в кошелек. И вставляю адрес. Десять монет. Подтверждаю. Все монеты я отправила. Обязательно нужно, друзья, проверить. Вот. 10 монет мы их отправлено. И кликаю вот на эту синюю вкладочку. О том, что я пополнилась. Далее вкладочка вывод. Это чуть позже. Здесь у нас белая бумага. И как бы можно ознакомиться и документы, и все на свете о проекте. Команда. 3 уровня реферальная программа. Так, профит лист. Вот 10 тысяч вычислительная мощность бонуса и 10 монет моих депонированных. Инвест ордер — это для тех, кто делает депозит. Это другой вид заработка, как я вам сказала. И трансфер to basic. Можно с одного аккаунта переводить на другой. Ну, с одного кошелька на другой. И тем самым увеличивать заработок. Share — это реферальная ссылочка, как я уже говорила вам. Новости. Ну и выход. Пригласил меня иностранец. И написал он мне, что здесь 100%. Но это пайт, я уже понимаю, что это 100% платит. И Trusted
Типа доверие. Ой, друзья, ну не знаю. Посмотрим. Так, ну давайте теперь закажем выплату. И мой дневной лимит составляет 0.8 монет. Майнинг аккаунт и финансовый аккаунт. Я кликаю майнинг аккаунт. Вставляю 0.8. Ставлю точку. И доберу кошелек. Копирую. Вставляю сюда адрес кошелька. Здесь пароль. Вывод. Окей. Идем в кошелек. Я, подождите, перезагрузить надо. Монетка еще не поступила. Нужно немножечко подождать. В районе одной минутки монеты поступят на баланс. Ну, не прошло и минуты. Монеты поступили на кошелек. Плюс 0.8 монет. Все замечательно. Платит. Не забываем, что это инвестиционный проект. На майнинге депозит бессрочный. А инвестиции — это совсем другое. Здесь указаны процентные ставки. Дней сколько. Это все здесь. Я сюда не лезу. Вот. Также можно установить, друзья, язык. Есть русский язык. Он, конечно, некорректно отображает, но тем не менее понять можно. Накопительная прибыль, членство, ну и все такое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!